Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Вот он и начался июль. И посмотрите, хочу вам показать прекрасный лидерон или же мелколепестник розовый. Или лавандовый, я даже его называю, ближе к лавандовому цвету. Он уже очень-очень много лет цветет, живет на нашем дачном участке. И в прошлом году я показывала его, рассказывала о нем. И вы знаете, очень много друзей канала посмотрели, и понравился этот совершенно неприхотливый цветок. Ну, лет, наверное, с 15 у меня редерон растет. Ему нужна хорошая почва, плодородная. Ему нужно солнышко, светлое место. Его нужно не забывать хорошо-хорошо поливать. И он всегда, ежегодно, без всяких каприз, начинает цвести. Если лето влажное, то цветет очень долго. Почти что месяц, 3 недели точно. Но нынешний год, навряд ли этот куст только будет цвести, потому что жара у нас на Урале невероятная. Все иссохло. И приходится туго цветам. Мы спасаем урожай овощей, фруктов, которыми мы пока что еще живем. И потом только доходит очередь до цветов. Но, тем не менее, я их тоже не забываю, потому что безумно люблю все цветы, какие бы они ни были, от самого маленького, от самого простенького до высоких, красивых, дорогих. Все они одинаково прекрасны, и есть им всем место на земле. И вот мой редерон. Посмотрите, какие чудные корзиночки. Такие как будто реснички вокруг желтых трубчатых цветочков. Они удивительно нежные. Прекрасно смотрятся в букете. Букет я уже показывала. И вообще украшают участок. Так что посадите редерон. Их очень много видов редеронов. Они бывают разных цветов. От белого до красного. Они бывают низкой. До 30 сантиметров, 50 сантиметров и 80 сантиметров. Вот мои кустики по 60 сантиметров в высоту цветы. И вот так вот на цветоносах цветут они где-то около месяца. Спасибо! Жду вас на канале Садовый экспресс.